В стране сегодня стартуют республиканские командно-штабные учения «КУКТЕМ-2020». Основная цель – проверить готовность государственной системы гражданской защиты к весеннему периоду. На февраль по всей республике запланировано больше 340 тактико-специальных учений. Уже проведено 47 мероприятий. Отмечу, что при их планировании отрабатывают конкретные и реальные задачи в наиболее уязвимых ЧС населенных пунктах. Специалисты отрабатывают маневры по сооружению защитных дамб на прорывоопасных участках берегов рек, а также мероприятия по очистке мостов, переходов и каналов в местах ЧС и эвакуации населения.